Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне чуть за 30, у меня достаточная квартира, машины, карьера есть. Мужчину своего я еще не встретила. Мужчину своего. Каждый день мама звонит с упреками, когда замуж раньше не задевала, но сейчас я уже подавлена, действительно, когда замуж. Ухажеров много было, есть и сейчас, но никто из них не нравится мне. У меня слишком высокие критерии. Есть один парень, серьезный, красивый, свой курорт есть, умный. Звонит мне каждое свободное время, приглашает на свидание. Казалось бы, что еще надо, но он мой ровесник, а мне нравится мужчина старше меня на 15 лет. Дело даже не в возрасте, он как маленький, постоянно шутит, просит внимания, с ним весело. Но я хотела бы более серьезно. Вопрос в том, попробовать рискнуть выйти за него замуж или отвернуть ему, чтобы ему же не было хуже. Еще я не могу влюбиться, смотрите, она возникает к людям 50+. Не то, что влюбиться, хочу влюбиться в своего молодого человека. Как? Ну, я честно скажу, что не знаю способов влюбляться. Мне кажется, что это происходит совершенно точно. Ну, вне зависимости от вашего желания. Мы просто влюбляемся и все. Вот, поэтому здесь, конечно, есть некоторые, так сказать, трудности. Вот, я, честно говоря, серьезно, хотел бы вас спросить о том, насколько реалистичным и считаете ли вы вообще реалистичным возможность влюбиться. Ну вот по, что называется, ну, по желанию, да? Вот, потому что если вы считаете, что влюбиться можно по желанию, то у меня для вас не очень хорошая новость, вы живете в несколько иллюзорном мире, потому что влюбиться по желанию, как я уже сказал, невозможно. Следующий момент. Вы как будто бы, говоря о том, что хотите более серьезного человека, как будто бы вы пытаетесь решить здесь проблему своей тревожности, что ли, как будто бы. Мне так показалось, то есть, да, у вас есть карьера, да, у вас есть все, что нужно, вот вы пишете, самодостаточная квартира, машина. Ну, как будто бы вам это не дает возможности все равно почувствовать себя, ну, в безопасности. Как будто бы. Понимаете, какая штука? То есть, как будто бы вы все равно чувствуете себя в какой-то вот угрожающей вам истории, как будто бы вы все равно чувствуете себя уязвимой, что ли. И, на мой взгляд, это вполне может быть той самой трудностью, которая мешает вам сближаться с людьми. На мой взгляд, это может быть той самой трудностью, которая не позволяет вам любить. Вот. Но мне так, по крайней мере, это видится. Понятно, что я могу ошибаться. Понятное дело, что я могу быть неправ в данном случае, но вот выглядит все таким образом. Следующий аспект, это аспект того, что вы как будто бы хотите вот замуж, да, ну вот как будто бы
вам именно замужество нужно здесь. На мой взгляд, это, ну вот, в какой-то степени проблема, потому что вы не видите, собственно, человека, ну, за вот своим таким желанием выйти замуж. И волей-неволей возникает вопрос, а для чего замужество, чтобы что? Чем оно вам, замужество, в смысле, так важно, что вы так сильно его хотите? Вот. А есть, конечно, и момент, как мне кажется, в том, что вам нравятся мужчины постарше, совсем не случайно, а в силу того, что вам с ними можно почувствовать себя свободной, почувствовать себя, может быть, девочкой маленькой, вот. А вам этого вполне возможно не хватает. Не хватает вам этого потому, что вы, во-первых, не слышите себя, вы не слышите, скорее всего, своих чувств. Вот, и вы довольно много чего в себе зажимаете. Вот ваши достижения, которые вы описываете, да? Ваши, ну, именно вот ваши достижения. Они, как мне кажется, как раз таки следствие того, что вы себя зажимаете. Довольно сильно причем. Ну, мне так, по крайней мере, это видится. И, соответственно, я бы в первую очередь обратил бы ваше внимание именно на это. Да, на то, а вот как я себя могу почувствовать с вот этим вот мужчиной, да, который, ну, который старше меня. Понимаете, да? И, на мой взгляд, как-то поработать над тем, чтобы стать ближе к этому состоянию, чтобы стать, чтобы вам это состояние было, ну, более, может быть, понятно. Вот. Сейчас это состояние, на мой взгляд, вам непонятно. Сейчас это состояние, на мой взгляд, для вас является возможным только если вы с мужчиной, который вот старше вас, можете почувствовать. И, на мой взгляд, это, конечно, не может не быть серьезной трудностью и проблемой. Вот. То есть, по сути, вы ищете ощущение, вы ищете чувство вот этой вот свободы. Пытаетесь, по крайней мере, вы за ним, за этим чувством бежать, и вот нашли для себя такой способ. Вот. Конечно, накладывает свой отпечаток еще и ваше взаимодействие с мамой. Вот. То, что мама, ну, вы говорите, что вас задевает, вы говорите, что
действительно, когда замуж, то есть тут вот взаимодействие с мамой играет, ну, довольно, как мне кажется, серьезную роль. Вот. То есть, может быть, вы считаете себя должной маме, вот, может быть, вы боитесь не оправдать ее, ну, ее надежд, вот, может быть, вы опасаетесь того, что, вот, ну, будете какой-то вот, ну, какой-то не такой, да, будете какой-то вот, ну, неправильно, ненормально, если вот замуж там, условно говоря, не выйдете, да. Вот. И, соответственно, это, конечно, на вас влияет, и влияет, на мой взгляд, довольно сильно. Поэтому я бы здесь вот, в этом смысле предложил бы вам обратить внимание именно на этот аспект. Следующее, на что бы я предложил обратить вам внимание, это на то, как вы воспринимаете вообще ну, мужчину. В принципе, то есть мужчина, как вы его видите, что вы замечаете в первую очередь, вот, то есть, если вы замечаете, например, в человеке, вот вы пишете, что он серьезный, красивый, свой курорт, если умный, звонит мне каждое свободное время. То есть такое ощущение, что вы просто как-то вот механически какие-то критерии выполнили, да? Вот, и все. Ну, понимаете, правда в том, что критериев, но. Вот. То есть, ну, надо просто какие-то вот в данном случае скрытые критерии. Ну, реализовать. Мало нужно, нужно еще, чтобы у вас появились чувства. А если вы не даете своим чувствам развиваться, если вы не даете своим чувствам реализовываться, то, конечно же, вам будет в этом смысле довольно сложно. Опять же, по той простой причине, что вы их, скорее всего, в себе привыкли подавлять, вот, и необходимо для начала позволить вашим чувствам себя проявлять, необходимо для начала позволить вашим чувствам быть именно теми, быть именно такими, какими вы, в общем-то, какими они есть, вот, а не теми, может быть, какими вы пытаетесь их, ну, сейчас, например,
представить. Понимаете, да? Поэтому мне кажется, что именно в этих направлениях вам имеет смысл работать. В первую очередь. И дальше уже смотреть, дальше уже исследовать, дальше уже думать, как вы можете обратиться с тем, что с вами происходит. Как вы сейчас обращаетесь с тем, что с вами происходит? Что вы делаете для того, чтобы лучше обращаться с тем, что с вами сейчас происходит? Понимаете, да, о чем я говорю? Вот это все, на мой взгляд, крайне важно. Крайне важно это все для вас, крайне важно это все для того, чтобы вы лучше себя чувствовали, понимали, замечали бы и так далее. Вот сейчас, к сожалению, ничего такого не происходит. Я имею в виду у вас. Сейчас ничего такого не происходит. И, на мой взгляд, это серьезная проблема и серьезная трудность. Может быть, даже это лично ваша трагедия. Отсюда, я думаю, вы и влюбиться в общем и целом пытаетесь и хотите, вот не просто так. Потому что тяжело вам выносить эту вот, ну, неопределенность, скажем так. И что-то с ней нужно, с этой вот неопределенностью, конечно же, делать. Вот вы и пытаетесь что-то с ней делать. Вот. То есть, иными словами, у вас очень много того, что в психотерапии называют контролем. Вот. То есть как-то вот слишком вы все привыкли контролировать. А когда все контролируешь, то, в общем-то, никакой возможности для вот, ну, того, чтобы, скажем так, осталось возможность, время на любовь, да, вот, ну, на чувства, как бы нет, и из-за этого вам, на мой взгляд, так тяжело находиться вот в этом состоянии. Вот, поэтому первое, что хотел бы сказать, это то, что строить отношения ради того, чтобы выйти замуж, идея
Идея не самая лучшая. Как мне видится и как мне кажется. Ну, просто потому, что там у вас, кроме вот этого самого замужества, да, и не будет ничего больше. А мне кажется, что вы, как минимум, достойны большего. Вот. Ну, только нужно, чтобы вы это заметили. Только нужно, чтобы вы это признали. Только нужно, чтобы вы это увидели. Хотя бы. Хотя бы попытались это увидеть. Заметить и увидеть. Вот. Понимаете, да? Вот как-то так я бы вам ответил бы сейчас на ваш вопрос, который вы задаете. Да, конечно, вероятнее всего, это не то, на что вы рассчитывали. Вероятнее всего, это не тот ответ, на который вы рассчитывали. Но давайте будем смотреть правде в глаза. Постараемся, по крайней мере. Проблема, она ведь более глобальна, чем то, что вы описываете. И, может быть, если вы начнете решать ее, то все как-то постепенно, само собой, и без вашего такого вот грубого вмешательства реализуется. Вот. Ну, по крайней мере, у вашего покорного слуги, то есть у меня такой опыт есть. Теперь мне бы хотелось, чтобы такой же опыт был и у вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.